современный танец, именуемый еще contemporary, для большинства зрителей в Украине территория малоизвестная, по крайней мере пока. А в странах еврозоны, надо заметить, современный танец является доминантным орудием культурной дипломатии и приоритетным направлением развития перформативных искусств. Посему фестивали являются для украинских фанов contemporary, по сути, почти единственным источником встреч с любимым видом искусства. Международный фестиваль «Зеленка Фест» дарит и зрителям, и артистам восторг встречи с вдохновляющим искусством танца, его искренностью и экспрессией. Панорама лучших танцевальных спектаклей знакомит украинских зрителей с европейским типом пластического мышления, веяниями и тенденциями. Опытные мастера хореографии, помимо спектаклей, с удовольствием участвуют в мастер-классах для всех поклонников современного танца. А их число, поверьте, с каждым фестивалем увеличивается. Тем не менее, иностранные артисты сами с не меньшим интересом познают Украину и ее духовный мир. Самое главное – это спасибо за приглашение приехать в вашу страну, потому что самой важной частью нашей работы является то, что она создана для творческого обмена со зрителями, для поиска новых возможностей в общении. Конечно, мы очень много слышали о политической нестабильности и сложной ситуации в Украине, и о ситуации с Крымом, и о ваших проблемах, связанных с парламентом, с перевыборами и прочее. Но, глядя из Европы, мы представляем Украину действительно очень большой, перспективной страной. И приехав сюда, мы увидели, что тут еще и очень много отзывчивых, доброжелательных и талантливых людей. В прошлом году я участвовал в британском шоу-кейсе на фестивале Fringe в Шотландии, в городе Эдинбурге. В программе британского совета я был частью жюри британской премии Total Theatre Award. Это премия, которая награждает лучшие спектакли в различных сферах на фестивале Fringe. И эту работу я увидел там. Спектакль «Idiosyncrasy» от компании Agron Moreno – один из участников британского шоу-кейса в рамках фестиваля Fringe. Также он попал в короткий список 5 лучших спектаклей британской театральной премии и номинирован на национальную премию Dance Awards. Является лучшим мужским спектаклем современного танца Великобритании 2015 года. Мы очень много гастролируем. В этом году много раз побывали в Польше. Сейчас мы расширяем свое международное сотрудничество. Скоро будут гастроли в Чили и в следующем году в Соединенных Штатах. Игор Ужилай, Морено Салинас – дуэт артистов, постоянно проживающих в Лондоне. Но начинали свой творческий путь в Будапеште, где познакомились и много выступали в коллективе популярного театра «Блум», а спустя какое-то время решили работать в дуэте «Айгор и Морено». Интересно, что они не британцы. Один из них – итальянец, другой – испанец. А своей работы они представляют по всей Украине. В Украину «Айгор и Морено» привезли удивительно позитивную постановку в фольклорных традициях Сардинии и страны басков – «Idiosyncrasy». Их цель – обратить внимание на то, чем уже обладает каждый человек, а именно тело и голос. Она оставляет очень сильное впечатление у зрителя. То есть это работа, о которой долго говорят, вспоминают, и она даже на физическом уровне вызывает желание повторять какие-то вещи, которые делают артисты на сцене. Спектакль «Idiosyncrasy» имеет эпатажно-нестандартное хореографическое решение. А по мнению опытного специалиста современного танца Антона Овчинникова, на «Зеленка Фест» этот перформанс был одним из самых нелегких спектаклей в техническом плане из-за особенностей декорации и света, полный визуальный минимализм. Thank you.
Что нам интересно в танцевальном театре, это то, что мы можем взаимодействовать со зрителем. Как вот это пространство, сцена и зритель, как оно нас объединяет, и что может происходить именно на стыке между тем, что делаем мы, и что видит зритель. То есть он не просто пришел смотреть и смотрит, а все время происходит взаимодействие со зрителем, интерактив в некотором роде. У меня нет абсолютно никаких ожиданий относительно того, что почувствует зритель. Все, что мы хотим им дать, это нашу энергию, чтобы они ее почувствовали и получили внутреннюю силу, которую мы стараемся им отдать. Танцевальный театр не требует перевода. Язык тела универсален, а поскольку современный танец апеллирует к абстрактным категориям и философским понятиям, то очень часто представления contemporary лишены традиционных драматургических форм и сюжета как такового. Скорее, они являются опытом переживания какой-то очень конкретной ситуации, глубоким погружением в локальную проблему, ее исследование. Напрасно искать сюжетную канву, каузуальность происходящего и в спектакле «Idiosyncrasy». Достаточно включить воображение, и ассоциативный ряд не заставит ждать. В этой работе мы хотели максимально исследовать выразительные возможности, которые есть у человеческого тела. Когда человек поет, его вокал мы воспринимаем так же, как часть, присущей его телесному естеству выразительности. Поэтому специально для этой работы мне пришлось немного научиться петь. В спектаклях contemporary танцовщики часто говорят или поют, но правил здесь нет. Главное, как можно отчетливее раскрыть рабочую концепцию постановки, подключить энергообмен со зрителем в процессе сотворчества. Так, например, британцы Игорь и Морено через пение и танец, накапливая положительные эмоции, стремятся передать зрителю прекрасное настроение и ощущение счастья. Мы поем здесь безо всякого сопровождения, потому что именно в этой работе мы хотели исследовать только то, что может тело. То есть только два человека, только два тела, только живой голос. Ну и, конечно, свет и какие-то декорации. Но даже такой минималистический спектакль невозможен без команды. Есть еще несколько человек, с которыми Игорь и Морено постоянно сотрудничают и в других постановках. Это люди, которые пишут музыку, которые делают свет, костюмы, дизайн. Все то, что необходимо современному театру. Также для этой работы нам пришлось исследовать очень древние, интересные традиции страны, где я родился, Испании, страны басков. И мы поняли, что это все может быть очень современно и существовать в контексте танцевального спектакля. Британские танцоры, как и многие преданные искусству артисты, убеждены, театр служит местом, которое может объединить и изменить мир. А объектом их исследования является катарсис в живых перформансах. Разрушив условные стены в театральном зале, он вынес театр из традиционных помещений, изменив к нему и отношение зрителя. Арт-кластер Довженко-центра — необычная площадка. Именно она дает посыл зрителю и фокусирует его восприятие на перформансные составляющие спектаклей Contemporary Dance, где нестандартное пространство играет роль партнера, а темные, бетонные коридоры и необъятные своды заброшенных фабричных цехов создают необходимое для работы настроение экзистенции. Поскольку наша локация была для этого пристосована, мы решили все-таки... Поскольку наша локация не была к этому приспособлена, мы решили все же попробовать. Потому что это первый раз, когда центр Довженко имеет коллаборацию с театральным проектом, где есть условная рампа, хотя современный танец театра преодолевает эту рампу, где есть статичная аудитория. В этом плане это впервые у нас такой опыт. Действительно, мы дали локацию и чем могли, помогали. Конечно, не в консультационном смысле, потому что это полностью самостоятельные проекты. Но для нас это также интересный опыт эдакой инвазии искусства в это индустриальное пространство. Не только станкового или экспериментального, но также и телесного искусства, которым является театр танца. Инвазия искусства в этот индустриальный простор не только станкового або экспериментального, але також
телесного мастерства, яким є театр танців. Еще один танцевальный театр – Log Dice Dance Company из Северной Англии, которому пришелся по душе авангардный интерьер арт-кластера Довженко-центра. Свою миссию они видят в том, чтобы создавать любые совместные интересные проекты и коллаборации с разными странами, в том числе в Восточной Европе. Не исключено, что Украина станет одним из партнеров. Почему нет? Ранее мы никогда не были в Украине, в этой части Восточной Европы. У нас не было абсолютно никаких представлений о том, что мы здесь встретим. Единственное, что мы знаем, так это то, что тут немного по-другому воспринимают современный танец. Ну а это тоже очень интересно. Нам вообще кажется, что в разных странах разное восприятие, и это помогает. Итак, танцоры из города Ньюкасл представили украинским зрителям свою новую постановку «Дикие» — скульптурно-поэтическую хореографию Энтони Логидис. На протяжении спектакля четыре танцовщика приближаются к физическому ощущению жизни через историю любви, потери и жертвоприношения, через скульптурную и поэтическую хореографию. Зритель переносится на темную сторону почти фантастического опыта. Спектакль показывает, что значит искать ответы одновременно на духовном и физическом уровне, исследуя пределы красоты и хрупкости человека. В планах у нас расширить состав благодаря студентам, которые заканчивают образование. Так как у меня есть корни итальянские и британские, то для меня также интересно, что такое душа, как она влияет на движение, а также очень важно состояние любви и то, что представляет из себя это чувство. Но это не значит, что я создаю какие-то романтические истории на сцене. Это скорее о том, как любовь может влиять на движение и являться основой для создания разных постановок. Part Italian and the art that inspires me and the people I work with. В спектакле «Дикие» тоже интересная экспрессивная техника. Танцоры активно работают с пространством и взаимодействуют друг с другом. Это визуально привлекательный и понятный зрителю танец об эмоциях и чувствах. Для самих британцев было интересно показать перформанс в Украине и поближе узнать о впечатлениях нового для себя украинского зрителя. Мне кажется, что это как бы уникальный опыт смотреть на вот этот театр, то, что в Украине, ну, я пока что не видела настолько сильного энергетически вот, танцевального спектакля. Мне кажется, я уловила некий сюжет. Может быть, это мое предположение, отношения между участниками племени какого-то вот некого, да, личностная женщина с женщиной, мужчина с мужчиной, что-то выясняют между собой. Это об отношениях между людьми. И для меня театр всегда это форма выражения определенной ситуации. И здесь мы можем быть как бы сторонними наблюдателями того, что происходит с нами. И это как форма найти ответы на какие-то свои вопросы. Меняется образ современного мира. My name is Mariano Solinas. I'm from Sardinia in Italy. I'm Igor Uzzolai from the Basque Country in Spain. Also a choreographer living in London. My name is Anthony Logidice and I run a contemporary dance company called Logidice Dance, which is based in the northeast of England. Преодолевая стереотипы, в Украине рождается настоящее искусство перформансной коммуникации, что с одной стороны является прекрасной возможностью для молодых артистов проявить себя, с другой — показать международному танцевальному сообществу быстро растущий потенциал Украины. Яркий тому пример — ежегодный международный фестиваль современного танцевального театра «Зеленка-фест».